прохожих, которые проходили мимо, каждый по своим делам. Здравствуй, Машенька. А вот и я. Говорила девочка и становилась так, чтобы кукла смотрела только на нее. И ей казалось, что, увидев ее, кукла начинает улыбаться. Театр кукол – это не только веселые и легкие истории. В этом уверен режиссер из Екатеринбурга Николай Бабушкин. На Ивановской сцене он поставил спектакль по произведению Геннадия Черкашина «Кукла. Блокадная история». Произведение школьникам известно. Оно входит в программу внеклассного чтения. Говорить с детьми о войне очень сложно. Дело в том, что для них факты и перечисление ужасов войны – это просто пустой звук. Ну, как ни крути, все-таки чем дальше от событий, тем больше и больше теряется эмоциональная информация. И происходит романтизация войны. И очень не хотелось бы, чтобы дети ошибались и думали, что это какая-то интересная романтическая штучка со стрелялками. Война, прежде всего, это потери. Потери всего того, что близко и дорого. И вы знаете, даже, наверное, спектакль не столько о войне, сколько о хрупкости мира. В центре истории девочка, которая расстается из-за войны с любимой игрушкой. Именно эта потеря и должна стать для маленьких зрителей эмоциональным связующим с войной, вызвать чувство ее отторжения и неприятия, и правильно сформировать личность. И мне кажется, с этой историей все получится. И если будет в зале тишина, я уж не говорю про какие-то там слезы и всхлипы, но именно тишина, когда дети присядут, задумаются и скажут: «Да». Вот тогда, я думаю, что все получится. История очень грустная и трогательная. Еще у нее огромная воспитательная функция. Детей невозможно убедить фактами. Говорить с ними нужно на их языке, языке чувств. Узнав из спектакля об ужасах войны, ребенок, по задумке автора, обязательно спросит родителей и бабушек с дедушками, что такое блокада. Куклы в основном здесь, они выполняют такую иллюстративную роль. То есть они практически не работают, какие-то жесты, поднять руку, опустить голову. А в основном как бы работаем мы, как живые персонажи, как рассказчицы, и доносим через нас, через себя то, что мы хотим донести, не через куклы вот это. В этом спектакле. История куклы – многослойный спектакль. Он затронет струны души и детей, и подростков, и взрослых. Тронет всех и достучится до каждого сердца. Если ребенок в театре кукол, а чаще всего там герои куклы, пожалел какую-то куколку, даже заплакал, то я всегда говорю в этом случае, есть надежда, что он вырастет хорошим человеком. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.